Друзья, давайте, ну давайте уже, давайте, потанцуем что-то. Если спит, про нее лишь говори. Говори, что нет прекрасней и ладней девушки. Что с ним сидит? Посмотрел я на нее, так, пожалуй, ничего. Про себя отметил себе все. И у нее глаза, да что ты? По бриллиантам, бригадам, локоны ее. Я схожу с ума, ребята, губки у нее. Вот две ворота края, и уже она вся такая, раз такая. Третий день они вдвоем, ей любуется весь дом. Говорят, что нет прекрасней и ладней девушки. Что за мной вдвоем? Да, девчонка хороша, никто не пустит. И фигура, и душа, мы сами пойдем, да? Про себя ответил я. Ну что такое?
Яр. Это просто шедевральное место, это замечательный ресторан, и это отель, я так понимаю же, правильно? Да. Вот, и насколько я знаю, здесь очень было много исторических личностей. Распутин и т.д. и т.п. А вообще про здешние гримерные комнаты ходят истории. Так что, а премия прекрасная, слушайте. Организаторы просто большие молодцы, что именно здесь сделали это действие. Вот, и очень приятно находиться чуть с другими людьми, другой профессии. Они по-другому, но они все равно наши. Они такие теплые, они такие настоящие, искренние, открытые. Так что я могу только сказать, замечательная премия. И, конечно же, хотелось бы всех предпринимателей сподвигнуть на то, чтобы не повышались цены для наших людей. Я вот, чтобы наши были за наших, и чтобы вот этого вот всего с повышением цен движения не было. И я думаю, что наши обязательно что-нибудь придумают. Мы верим в Россию. Россия, вперед! Великая страна! Да. Спасибо большое.